потом я не поумнела все еще даже после операции. И спустя еще 3 года у меня, значит, образование, ну, теперь есть новое образование, оно уже маленькое, но оно снова появилось. Вот, и, значит, я решила, что нужно менять, потому что что-то в своей жизни, возможно, образ жизни, образ питания, потому что, ну, значит, что-то я делала неправильно все эти годы, раз вторая миома. И получается, в мае 22 года я заказала продукт клеточного питания, и вот я его уже пью 2,5 месяца с июня месяца. И, значит, что у меня получается? Улучшилась работа ЖКТ, потому что после операции там были, ну, такие серьезные проблемы. У меня, наконец-то, спустя 3 года начал заживать шов. Значит, теперь у меня не выпадывают волосы, нет с этим никаких проблем. У меня укрепились ногти, но это как бы все так, скажем так, по мелочи для меня, потому что у меня самое главное, что появилась энергия. 3 года после операции мне ничего не хотелось делать, у меня было полностью нулевое состояние, и сейчас я энергичная. Я снова вернула как бы спорт в свою жизнь, стала делать зарядку от Академии Успех Вместе, которую вот Андрей Анатольевич нам говорит делать. Вот. То есть жизнь у меня снова, собственно говоря, появилась. Поэтому я очень рада, что принимаю продукт, и теперь я его принимаю на постоянной основе.